Здесь сегодня не только музыканты, но и театральные актеры. В программу концерта вместе с известными в авторском исполнении песнями включили и редкие, написанные специально для женского вокала. Это прекрасная возможность. У Высоцкого есть отдельная, как бы, так скажем, плеяда песен женских, и всегда очень приятно их исполнять. Множество других знакомы практически каждому в нашей стране. На этот раз они звучали в новой аранжировке. Хотим мы собрать на базе барнаульских, опять же, рок-музыкантов, исполнителей бардовской песни и так далее, что-то типа клуба, наверное, какого-то может быть, да, или компании единомышленников для проведения концертов разнообразнейших. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов, а мешка птицы в клетке. Билеты на концерт раскупили почти за месяц. В зале полный аншлаг. Разочарованных не то чтобы не было. Зрители в восторге. Концерт очень понравился. Я в диком восторге. Подпевала все песни. И очень жалко, что быстро закончилось. Я думаю, получится. Раз в год мы такие мероприятия будем проводить. Я думаю, это... Ну, нам это интересно. Театру интересно, по крайней мере. В планах организаторов уже и новый концерт, ведь готовятся к нему всегда заранее. Чтобы все получилось, нужно много репетировать. Ведь творчество Высоцкого – это для музыкантов любого уровня высокая планка. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.